что там будет большой хор, уже там из 40 человек условно, и потом бар уже академическая собранка где-то, слово языка. Мощно! Если можно. Конечно. Если можно, скажите, Димаш, ты что? Да нет, без проблем. Без проблем, Димаш. Спасибо. Сам концерт. В общем, надо. Апай, хотя сам? Хотя не хочешь, да? Так, ну давайте, играем. Еще раз, пожалуйста. С пятого такта. Бержибан, Эргитасы, халауға, атсалысуға келгендеріңізге үлкен үлкен рахмет. Этот момент обсуждали, кто будет дирижировать. И Руслан Агам Зингизе, он такой, блин, это все, это вы шаг. Это моя школа. Да. Благодарен всем. Все, спасибо. Благодаря им сейчас проект зазвучал на таком уровне, который мы сейчас имеем, я думаю, на хорошем уровне, в принципе. И Руслан Агам Зингизе, будьте... Пусть еще ничего менять не надо здесь. Шутка, это была шутка. Я вообще, дайте.